И вот с такими самыми-самыми теплыми пожеланиями Мишка из Маши и Медведь приехал поздравить Татьяну с рождением Александра с самыми лучшими пожеланиями. Я походу I love you. Любит он хвост перелетать у нас. Выходите, Мишка зовет всех потанцевать. Это у нас, это Мишка. Это потому, что Медведь вручил подарок. Ля, Татьяна, какая ля-ля, да? Какой у нее муж принц. Веселее, 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 молодцы. Мишка на шпагат. Чтоб Александр тоже научился, да? В детстве на шпагат садиться. Был спортсменом. Уже много лет. Здоровенький и красивый. Приехал вас поздравить с рождением сына Александра. Самый добрый, самый красивый бурый Мишка из Маши и Медведь приехал к Татьяне поздравить ее с рождением сына. Хотел меня покусать, а я знаю, что зубов у него нет. И полетели все. Самое лучшее пожелание, вот такое вот Мишка приехал к Татьяне. Правда, у Татьяны сегодня уже были сюрпризы, да? Бля, принц, да, Мишка, принц какой, да? У Татьяны. Озорник ты такой, смотри, не напугай. Озорник. Вот озорник такой. Чувство пламя. Так сгорает огнем чувства белые. В эту грязь, ну зачем ждал? Верил, не любил и ищу. Не скажи, ну разве это часть? И снова не спится, клятки как лица. И надо убиться, и плачет царица. Вся своих обид подруг. Стрелки на удачу, а вдруг счастье так мимо скользнет из рук. Разбирай сердце.
сегодня тусу мы устроили в честь дня рождения Александра с самыми лучшими пожеланиями. Тело хочет жить, а как качнемся, значит, будем обязательно дружить. А мне сегодня весело, весело. Фишка, аккуратно, не пугай. Сзади находится виновник торжества нашего сегодняшнего. В честь дня рождения Александра, рождения Александра, сегодня мы празднуем. Отдавай, отдавай, отдавай. Я знаю, что ты не любишь с подарками расставаться. А теперь он Мишке приглашает пофотографироваться. Смотри, не грязно, так что аккуратненько поднимись туда. Здравствуйте, дорогие друзья. Сегодня прошло у нас такое необыкновенное поздравление, да? Поздравляли Хаской и Мишкой одновременно, получается, вот так вот, да, с рождением Александра, да? Все правильно, с рождением Александра. Вот, Сан Саныч, да? Классно. Вообще классно, здорово, да? По дела у нас Татьяна. Можно попросить тоже подойти сюда, подойти на секунду. Папа и мама, да? Папа и мама. Здравствуйте. Здравствуйте, мои хорошие. Поздравляем вас с таким знаменательным днем. Это самое главное в жизни, что происходит, когда рождение, да? Тем более сына, да, для папы. В общем, поздравляю. Поздравляю вас с рождением Александра. Всех-всех вам благ, самое главное здоровье. Чтоб все у вас было всегда хорошо. Вот, а теперь маленький такой момент, хочу спросить. Скажите, вот, ваши впечатления, мнения вот о выходе Хаски, Мишки, появления. Ну, как понравилось, что именно понравилось? Все супер, все супер, да, классно. Все очень хорошо, нам очень все понравилось. Все было вот организовано, очень все было хорошо. Мы очень остались все довольны. Супер. Это просто супер. Так супер, что, спасибо. Кому надо... Нанимайте, вызывайте. Спасибо. Ваши комментарии, ваши отзывы самое главное для нас. Еще раз с рождением вас. Будем вас ждать еще в следующем году. Да, обязательно приглашайте.